Всем привет! Привет! Мама идет кормить Прошу. Да. Меню для Проши сегодня вот такое. Огурцы, молоденькая морковка, клубничка, суници я покупала. Этот, как он называется, вы поняли? Апельсин. Апельсин, лимончик. Да, и лимончик там, и персики, и ягодки. И черешенька. В общем, да, свежие. Еще и горох. Я Даше покупала горох. Вон, видите, там еще горох есть. Ну, в общем, такое меню витаминное. Так, все. Я готова. Давай. Хочу сказать всем, кто за нас переживает. Мы живы, здоровы. Все нормально. Тревоги, конечно же, нельзя игнорировать. Ни в коем случае. А в особенности сейчас, в данный момент. Вот. В общем, все нормально. Мы стараемся быть на позитиве. Як мужик за столом прям. Ага, я приберу. Иди сюда, иди, сынули сюда, иди. Иди, 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 кисточку взял, да, кисточку взял. Иди. Иди, давай, иди. Рассказывай. Иди, если клубничку, иди, клубничка такая хорошая, вкусненькая, иди. Иди, нямочка, что-нибудь будет, мне хорошая, нямой, нямой. Ты кисточку любишь, загрю. Это тренд такой. Я его не положу. Тихонь. У Лимуши сегодня этот банный день. Мама меняет водичку ему. Моет там все у него. Ага, выглядывает. Сегодня Умка. Умка забежал в дом с нами. Сидел, ну мы на улицу вышли. А потом, короче, он к нам в дом, и Джесси. Ты меня любишь, да? Любить, козе любить, ну конечно. Дай лапу. Ой, мой молодец, молодец. Хороший мальчик. Абазабе. Лимоша, вылазь. Не хочешь его насидеть. Да, тряся в нее, чтобы она все стипала. Да, конечно. Что, Джессика? Да, я пойду. Мне надо домой. Домой. Что, Джесси? Ты красавица. Ай, глянь. О, вилазе, вилазе по чуть-чуть, диви. Ти проснувся, Лимоша. Ой. Лимося, ти проснувся. Мама тут за що? А ну так все равно. Іди купайся, Лимон. Чудный такий, глянь. Лимося, вилазь. Лимон. Одно. Я ж мене забризкав. Давай. Ото, диви, диви, диви. Такий. Лимося, відкриті дрешні. Так як же він відкриє, якщо там на защілки? Ні, треба відкрити, підожди, підожди минути. Як він відкриє, якщо він на це щолки, мам? Купайся. Іди, воно водичка, свіжак. Да? Покупався трохи, да, Лімоха? А що, воно така жарко? Та жарко, жарко, мата, точно жарко. Лімося, лімося, лімося. Не надо. А?
Вы не любите купаться? Ну, конечно, что люблять. Фу! Блин! Ванночка. Она ж... Та красотка. Дюдьку-дюдьку. Дюдька-дюдьку-дюдька. Не галюзи такие. Осторожно. Шо, а что ты хочешь? Я хотела. Давай я буду держать. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. На расслабоне, на чили. Чьяк там говорят? Как там? Гляньте. Да? Кайф? Лимош. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. Да? Лимош. Лимоша. Зайка. Зайка. Ой. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, да? Кайф. Лимоша. Лимоша. Ты такой классный. Да? Ой, ну гляньте, ну гляньте, гляньте на це. Ну посмотрите на меня, да? У нас опять сирена. Короче, собралась ехать к Диме. Просто зашибись. И у нас опять тревога. Там кушать ему приготовила. Все, кулечек стоит. Тупо вся Украина. Повітряна тривога. Не знаю. Пока не буду ехать. Наверное, пока тривога не пройдет, куда ехать, правильно? Опасно. И передвигаться по городу опасно. И так как вот я сейчас сижу, тоже опасно. Мы с Дашенькой едем к Диме. Да. У нас уже отбой, тревоги. Да, малыши. Вы остаетесь с бабушкой Людой. Угу, да. Сейчас загляну, что у меня там масло. Окей. И поедем завтра. К этому желательно бы на машине сейчас была не ездить, но по-другому никак. Всем доброе утро. На следующий день. Такая заспанная. Вообще не выспалась. Вообще не выспалась. Приехал Владимир Иванович. Сейчас меня выпустит. Он еще коммуналку посчитает сейчас. Бо за дом заплатили, а за коммуналку нет. И я, короче, сейчас везу машину к мастеру, к мотористу. А потом еду к Диме. Я хочу поговорить сегодня с врачом, что там ему скажут. Может, скоро Дима пойдет на выписку, не знаю. В общем, будем смотреть. О, все, еду.